Совсем недавно на театральной площади нашего города состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов. Подготовка нового поколения защитников Родины – важная задача для всех заинтересованных в этом служб. О том, как славянские ребята овладевают основами военной науки, мы узнали, побывав в оздоровительном лагере «Ровесник». Учебно-полевые сборы уже не в первый раз проходят в лагере «Ровесник» на берегу Азовского моря. Здесь есть все необходимые условия для серьезных занятий по отработке практического применения полученных в ходе школьных занятий теоретических знаний. Также ребята могут тут отдохнуть, пообщаться, подготовиться к новому напряженному дню. Разборка и сборка автомата Калашникова – важная часть подготовки. Дмитрий Лысков из 5-й школы прекрасно освоил эти операции, делает их быстро и качественно. Мы уже сдавали огневой рубеж, то есть разборку, сборку автомата и снаряжение магазина, кросс на 3 километра и тактическая подготовка. Вот больше всего мне понравилась эта тактическая подготовка, так как мы изучали способы передвижения на поле боя и командную работу. Тактическая подготовка в числе приоритетных на сборах. Курсанты, ловко орудуя саперной лопаткой, окапываются, оборудуя минимально безопасное место для стрельбы. В боевых условиях это может спасти не одну солдатскую жизнь. На отличное сдал подтягивание, снаряжение магазина и разборку-заборку автомата. Ну, эти нормативы больше всего и нравятся. Сбор для меня имеет значение, так как дальнейшая жизнь моя будет проходить, скорее всего, в армии. Поступать я собираюсь в университет в Питере, Академия связи. Да, немало курсантов уже сейчас планируют стать профессиональными военными. И для них сборы – отличная возможность проверить правильность своего выбора и приобрести очень нужные навыки. Им помогают в этом опытные наставники. Учащиеся вместе ходят в состав караула внутренней службы, наряды. А также все выполняют задания по отработке нормативов, по физической подготовке. Затем по тактической, которую вы уже сегодня видели на занятиях. То есть вот этим как раз добивается слаженность коллектива. Сделал сам, помоги товарищу. На практике отработать те вопросы, которые мы в течение 2 лет с ними выполняли. И здесь самостоятельная жизнь. Это мини-армия, то есть выполнение полностью по распорядку дня, согласно воинских уставов. Вот как раз вот эти все вопросы мы здесь с ними и решаем. Как говорят в народе, красив в строю, силен в бою. Славянские допризывники, хотя им еще много предстоит поработать, добиваясь совершенства, производят приятное впечатление и своей выправкой, и, главное, стремлением и горячим желанием преуспеть в военном деле. Все наработанное на сборах пригодится им в армии и в жизни. Андрей Вишневский, Игорь Иванчугов. Программа «События».